Дамира Алиева является одним из почетных ветеранов в области социальной защиты населения, но, несмотря на это, ее зарплата была настолько маленькой, что хватало еле-еле на полмесяца. С повышением заработной платы решились ее многие финансовые проблемы. Конечно, 16 тысяч – это лучше, чем 8. Еще бы решили наш проезд. Чтобы много не тратиться, мы ходим пешком. Ну а Махабат Мурзабекова в этой сфере всего 5 лет. Ее зарплата 8 тысяч сомов. С этого месяца она будет получать 16 тысяч сомов. По ее словам, повышение зарплаты не поможет решить, конечно, все ее потребности, но это уже лучше, чем ничего. Мы очень рады, что нам повысили зарплату. Это просто сенсация. Спасибо большое. Сегодня в банкоматах областного центра города Нарын стало больше клиентов, чем обычно. Благодарность и радость на лицах у всех. Принимая во внимание тот факт, что за 30 лет нашего суверенитета заработная плата не росла, такие яркие настроения, вероятно, не имеют себе равных. Я уже работаю более 10 лет. Раньше моя зарплата была 12 200 сомов. Теперь удвоился. 24 400 сомов. Я очень рада. Как мы знаем, социальные работники часто пользуются общественным транспортом, так как проводят дворовые обходы со всеми жителями. Их проезд отдельно не предусмотрен. И доехать до пункта назначения им обходится недешево. Рахат Батырбекова, Чингиз Садыков, СТВ, Нарынская область.